Воспитывать правила дорожного движения надо с самого детства, уверены инспекторы ГАИ. На выездном заседании окружной комиссии по безопасности дорожного движения руководители общественных организаций и школ подвели итоги проделанной работы. Традиционно в начале учебного года с детьми и родителями проводится инструктаж на знание ПДД. Для юных участников дорожного движения год назад в Доме детского творчества открылось объединение «Юные инспекторы дорожного движения». На занятиях ребята с 1 по 5 класс познают все секреты дорожной азбуки. Учатся быть грамотными пешеходами, правильно переезжать зебру на велосипеде и пользоваться светофором. От себя лично, от всего коллектива Государственной автомобильной инспекции Ненецкого автономного округа хотелось поблагодарить вас за то, что вы делаете, проводите такую работу. В первую очередь вы воспитываете себя, во вторую очередь это вы показываете пример своим сверстникам. Вы не допускаете нарушений правил дорожного движения.